Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 2. Урок 2. Построй отрезки. Отрезок АБ равен 2 сантиметрам. Отрезок АК равен 5 сантиметрам. Отрезок АД равен 3 сантиметрам. И отрезок АМ равен 1 сантиметру. Все эти отрезки имеют начало в точке А, а концы их в точке Б, К, Д и М. Данные отрезки можно было построить по-другому. Отрезок АМ, который равен 1 сантиметру, отрезок АД, равный 3 сантиметрам, отрезок АБ, равный 2 сантиметрам, и отрезок АК, равный 5 сантиметрам. То есть все эти отрезки лежат на одной прямой. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.